И всем снова большой-большой привет, и с вами снова я, Человек-Тень, или Легендарный. И сейчас я буду тестировать рождественский ультиматум, очень мощную ракетницу с повышенным уроном. Но самое главное вам поставить лайк под это видео и подписаться на мой канал. Ну, во-первых, эта ракетница представляет сразу четвертную угрозу для врагов. Первая угроза. Это то, что наша базука наносит урон по зоне, и обязательно ее надо улучшать шрапелем. Вторая опасность – это осколочные бомбы. Они могут нанести столько же урона, как и сама ракета. Третья опасность – это очень быстрые ракеты. Они всегда достигают до своей цели моментально. Ну и четвертая опасность – это ракетница до смерти напугает вашего врага, кем бы он ни был. Поэтому эта ракетница может потягаться со стирателем, однако ей противостоять может хитрый волк. Вы только посмотрите, что она творит. Она просто бомбит, она просто уничтожает своего врага снарядами, осколками. Это просто жесть. А вот перезарядка дела немножко похуже. О-о-о, гасит прям. Вот посмотрите, как, ой, какая куча. У-ху-ху-ху. О, как рвануло. У-ху-ху. Ой, ай, ты меня задел. Ну сейчас ты получишь ракетку вдогонку. На тебе, не успел. Вот тебе еще ракетка. Ух, как жестоко. Вы посмотрите, просто елочка взрывается. Ах ты, опять меня убьют. Ну ладно, вот тебе еще ракетка. Что там происходит? Вы только взгляньте. Гляните! Гасит как! Вот тебе еще! Жесть просто! Ребята, берите эту штуку! Берите! Не пожалеете! Потому что эта елочка до смерти напугает вашего врага, а также бомбанет хорошо. Вот что творит. А даже если вы не попадете, то осколки точно достанут вашего врага. На тебе, получай осколочков. Ах, опять ты меня убил. Ну все, тебе хана сейчас. От елочки, с Новым годом вас! И вот вам ядерная граната. С Новым годом! С Новым годом! Вот вам еще с Новым годом! Жесть! Ребята, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Лайкайте и подписывайтесь на мой канал.